Значит, до пандемии у нас было три требования раскрыто. Требование – это значит, что наша гарантия была исполнена. Три требования было раскрыто на сумму около 24 миллионов рублей. Значит, в период, так скажем, самоизоляции сейчас требований от банков к нам не поступает по причине того, что сейчас банки в первую очередь идут навстречу бизнесу и пытаются найти любые способы, чтобы помочь бизнесу, даже если он оказался, так скажем, в нестабильной ситуации, помочь выйти из этой ситуации. И, так скажем, самым последним делом было бы, так скажем, предъявлять ему требования о досрочном погашении, изъятии его залога и так далее. Поэтому сейчас банки идут навстречу по реструктуризации. Даже если реструктуризация не произведена и предприниматель вышел на просрочку, то до осени мы не ожидаем каких-либо, так скажем, ухудшений положения бизнеса, потому что банки, еще раз повторю, идут максимально навстречу предпринимательскому сообществу, как и мы тоже.